Ребята, всем привет! Четвертый тренировочный день у нас на очереди. И сегодня мы будем использовать канат. Я, конечно, понимаю, что не у всех получится дома разместить канат нужной высоты. И, может быть, у многих его не окажется просто под рукой или возможности повесить в том месте, где вы занимаетесь. Поэтому покажу несколько упражнений, которые можно сделать с канатом, который немножко короче. Также вы можете использовать полотенце для того, чтобы делать подобные упражнения. Первое, что вы можете сделать, это канат повесить не во всю высоту, а в высоту вашего роста и подниматься вот таким образом. Положение стоя и опускаться вниз. Канаты бывают разные. Некоторые канаты бы есть жесткие, которые не растягиваются. У меня, видите, он очень хорошо тянется. Плюс он немножечко распушен, широковат. Но это тем лучше для нашего с вами хвата. Второе, что можно сделать, это совсем, если у вас маленький огрызочек каната, это повисеть на канате в табате. То есть 20 секунд мы висим, держимся. 10 секунд отдыхаем. Меняем руку. 20 секунд держимся. 10 секунд отдыхаем. А что же нам сегодня предстоит сделать? У тех, у кого есть возможность повесить канат, мы сделаем сейчас 7-минутный амрап. То есть за 7 минут постараемся сделать как можно больше залазаний по канату. Вы можете начинать как с положения стоя, также я буду начинать с положения сидя. Вот наша стартовая будет позиция. И отсюда вверх взбираться. Конечно, тут не обойдется без магнезии дело. Магнезию я сегодня с собой взял, потому что канат широкий и в руках проскальзывает. Можете также, если не заходят канаты пока без ног, полазить с ногами. Технику я не разбирал еще. Вот, смотрите, одна нога сюда, одна сюда. И вы залазите с ногами. Ноги у вас, получается, стоят как на ступени, и вы используете вот такое движение. Это кип на канате. Ну, в детали техники углубляться не буду. Сейчас за 7 минут попробую поработать как можно больше. Я делал уже 7-минутный амрап на канате в зале. Видео есть у меня. У меня получается 7 раз. Но канат висел выше, а был он жестче. На более жестком канате получается, конечно же, лучше. Сейчас руки мажем магнезией и делаем. Вообще у нас сегодня еще с вами будет взбегание в гору, это на месте, бег. И после этого будет идти упор лежа, выпрыгивание, как бёрпи, но без отжимания. После чего мы будем делать с вами еще L-сетапы. То есть снова 4 упражнения, работаем. Я уже сразу буду начинать, я немножечко размялся, но на улице с утра достаточно свежо. Зато нет школьников, поэтому тихо. Еще не успели они прийти на уроки. Все, давайте начинать. Ох, не просто это дело. Видите, вся магнезия осталась на канате. Может быть, это даже будет похоже на ММ. Но канат — это тот снаряд, который не стоит забывать. Выполнять подъемы по канату желательно регулярно, потому что если этого не делать, и он у вас потом подвернется в любом виде, будь то в комплекс, если вы занимаетесь кроссфитом, или еще в каких-то элементах, то сразу вот эти, здесь связочка, все связки начинают гудеть, чувствоваться. Поэтому, чтобы не запускать связки, а наоборот их укреплять, развивать, нужно канатом чаще пользоваться. Вот
таким нехитрым способом, из положения сидя, канат становится более длинным. Скользит очень шибко в руках. Ну, тем лучше. Чем тебе сложнее, чем тяжелее движение, на более удобном канате будет работать потом легче, значит. Так и говорил, как получается и мома. Вы, наверное, обратили внимание, что я, в отличие от всех тренировок, которые были до, которые я делал в шортах, я делал сегодня штаны. Потому что слаживаясь с ногами с каната, и когда с ногами слазишь, да и залазишь, ноги остаются на канате кожи. Обжигает канат. Поэтому всем рекомендую на канате работать в штанах, конечно же. Предплечья сейчас станут толще каната, и дыхание, чувствуете, сбивается так не дурно. Я вам скажу, что потом мы с вами хотим прийти к 10 уровню подтягивания на одной руке. Так вот, канат в этом деле он просто незаменим. Тяжело дался верх каната особенно. Но сегодня вообще не просто. Раньше пришлось встать, чтобы тренировку записать, потому что пробил колесо на велосипеде. Долгий путь сюда, все в руках тащил. Но, тем не менее, ребята, вы смотрите, вы поддерживаете, а это дает мне достаточно силы и оснований для того, чтобы не подвести вас и стараться. Надо было его взять так, в магнезию весь канат, засунуть, окунуть. Кажется же, это 7 минут. Но все, что мне лучше удавалось увидеть, на стандартный канат 4,5 метра, поднялись 10 раз за 7 минут. То есть, если я сейчас сделаю 7, то 10-7. Разница есть, но это будет хороший результат. Еще разочек надо побороть до заветных 7 повторений. Здесь немножко читерство проявится, или стратегия, так называемая. Сейчас я немножко больше возьму паузу. Получается, у меня сейчас вот финальная минута пошла, 13 секунд. И я где-то в 30 начну сбираться. Но не должно быть ноу-рэпа. Нужно будет сделать один красивый
подъем до конца. 3, 2, 1, поехали. Получилось, и руки мыть не надо, все магнезии остаются на канате. Нормально, сейчас будем делать бег в упоре стоя, потом выпрыгивание из этого упора и в упоре стоя, в упоре лежа, и потом эльситап. Немножко переведу дух и будем делать. Настраивался, ребята, на канат, и немножко сумбурные были мысли. Забыл объяснить по поводу табата. 20 секунд вы висите, 10 секунд отдыхаете. И так вы делаете 8 интервалов. Есть в интернете специальная музыка табата Songs. И можете скачать и под эту музыку работать всегда весело и интересно. Что же нас сейчас ждет? Становимся, сюда перешел, так как трава немножко короче, не так много на ней утренней росы. Становимся и делаем бег. Делаем так 3 подхода по 30 повторений. При всей видимой несложности движения, на самом деле оно достаточно интересное, достаточно эффективное. Мы делаем его сейчас 3 подходика, после того, как мы закроем это движение, как раз пульс будет на должной высоте, и мы поработаем выпрыгивание. Выпрыгивать нам нужно будет как можно выше, для того, чтобы задействовать по максимуму мышцы ног. Но не будем при этом отжиматься, как делали на второй день. То были полноценные бёрпи. Кстати, бёрпи с дефицитом, вот когда я проваливался глубже из-за того, что там яма под лестницей, я их оценил. Их можно вставлять в тренировочный процесс, потому что больше раскрытия грудной клетки идет. Потом, когда вы будете работать от пола, лучше будете отстреливать. Мне очень понравилось. Можете в зале, если тренируетесь, по 2 диска подкладывать. Либо, если в домашних условиях, книги. И работа с небольшим дефицитом. Такие бёрпи очень интересные. Причем я практически не видел, чтобы кто-то в такой манере делал. Второй подходик, 30 раз бег. Тут нужно энергично делать движение ногами, дышать на выдохе, подтягивая ноги. Конечно, вы можете делать не 30, вы можете делать чуть меньше. Либо, так как мы идем второй, четвертый день и шестой для ребят более продвинутого уровня, можете делать больше. Делайте хоть 100, хоть 150 в одном подходе. Я сейчас показываю программу минимум. Программу максимум вы всегда можете для себя организовать сами. И в этом как раз ценность этой тренировочной программы, потому что она настолько гибкая, настолько поддается масштабированию, настолько много элементов, которые можно варьировать, что она действительно подойдет абсолютно всем и каждому в частности. Кстати, я обязательно в рамках этой программы тренировок расскажу вам о том, что же является хорошим тренировочным планом, что можно считать хорошей тренировкой, что она должна в себя включать, каким критериям отвечать. Делаем еще подход. Ставим ноги в разножку, немножко скользит нога по росе, но попробуем как можно быстрее. Да. Хорошо, немножко дорылся до песка и стало легче. Что же нас ждет? Далее. А далее мы будем делать вот что. Максимальный толчок, максимальное выпрыгивание наверх. Снова задача у нас стоит, как из бёрпи, сделать 100 повторений. Если вы хотите, вы можете делать по 20,
по 10, по 25, по 50. Я перед собой ставлю снова задачу сделать, не разбивая. Сейчас место на это такое, чтобы было нормально. Мне отсюда немножко зрение позволит. На дисплее не видно, видно меня во весь рост или нет. Надеюсь, что видно. Проверю на всякий случай и буду начинать. Все нормально, все пишет, все видно. Я специально, ребята, напоминаю, что я не масштабирую для того, чтобы вы сейчас встали вместе со мной и начали делать. Считайте это интерактивная тренировка. Я здесь, вы там, но мы тренируемся с вами вместе. Становитесь и выполняете. 100 раз. Пробуйте меня обогнать. 3, 2, 1. Поехали. Пятьдесят. А, 65. Семьдесят пять. Thank you.
О! Это тяжело. Сейчас надо не останавливаться, походить. Сделал, кажется, на 5 больше, как всегда. Это запасные. Ух, не просто это после вчерашних ног. Кто идет все дни подряд. Вчера были у нас пистолеты приседания по бронзам. И все. Уже после 20-го повтора ноги горят огнем. Ух, тяжело. Восстанавливаю дыхание или сетап еще. А! Вот оно и утреннее солнышко из лесу. Вылезло. Переехал я немножечко на солнышко, чтобы впитать солнечные лучи. Я сейчас читаю, уже дочитываю книжку Хакеншмидта. 1911 года книга. И очень интересно, я обязательно сделаю отчет по ней. И там как раз идет речь о том, что тоже нужно заниматься в минимум одежде, желательно на улице, потому что люди кожей дышат. И желательно как можно больше принимать солнечных ванн. Ноги подкашиваются. А нам сейчас предстоит с вами сделать L-сетап. Для этого мы садимся. Давайте в эту сторону. Пусть спина загорает. Садимся. Ноги держим прямыми, ставим руки в середину бедра, приподнимаемся на руках и держим угол 90 градусов. Если вам тяжело держать две ноги, встали, подняли одну. Держим одну как можно дольше, потом переключаемся на другую как можно дольше. Пар идет. Солнце вышло, а пар до сих пор идет. Я так параллельно и закаляюсь. На улице градус ползет вниз. На тренировках градус ползет вверх. Не так хорошо на улице. Ни с чем не сравнится утренняя тренировка. Еще и 8 утра нет. Люди на работу только попросыпались, а я уже тренировку заканчиваю. Это интересно и приятно ощущать. Давайте ощутим теперь пресс. Хотя он после предварительных двух этих движений, особенно после выпрыгивания, уже хорошо нагрузился. Муха докучает. Ну что ж, тут 3 подхода по максимуму. И идем каждый по своим делам. Убил овода или муху. 3, 2, 1. Видно или нет, не знаю. С меня тоже пар валит. Фух. Статика. Ничто не развивает мощность и силу так, как статическая нагрузка. Статика, статодинамика. На очереди после книги Хакеншмидта у меня Александр Зас. Его программа тренировок. Я, конечно, не уверен, что буду цепи пытаться рвать. Но те упражнения, которые он советует делать, я вам обязательно покажу. 2 подхода еще на брюшной пресс. И тем самым мы разносторонне нагружаем пресс. И ноги поднимаем, и корпус поднимаем в хрусте. И статику делаем. Если этот вариант, кстати, вам будет сложный чересчур, вы можете делать планку. Становиться ровно, держать спину, подтягивать живот, держать ее с ладоней или с локтей. Это тоже очень шикарное упражнение, про которое не стоит забывать. Но следующий уровень, эти уголки, L-сетапы, он, конечно, повыше. Пускай теперь тело спереди насладится солнцем. Со следующей недели обещают вроде как дожди, а так не хочется. Так хочется, чтобы дольше была возможность тренироваться вот в таких условиях приятных, очень приятных. Я скажу, и восстановление идет совсем по-другому. Сейчас я долго могу рассказывать, но надо сделать. Заставить себе. Фух. И трицепсы сводят судороги.
Разум на тренировках очищается. Все, что хотел сказать до выполнения подхода, все, стерлось из головы. Полностью, начисто. Все-таки это целебная сила физической культуры. Она замечательна. Те, кто много работает головой, должны обратить внимание на то, чтобы в достаточной мере работать и телом, чтобы все процессы в теле шли гармонично. Фу. Нам осталось 5-6 день и растяжка, ребята. Не пропустите выпуски. Обязательно поддержите лайками, ребята. Я для себя нашел эту программу и поделился ею с вами. Еще один подход делаем. Стараемся как можно дольше удержаться. И все. Ждем завтрашнего дня. Завтра снова будет тренировка. Будет интересно и, самое главное, полезно. Фу. А пресс-то чувствуется. Чувствуется в этом упражнении не только пресс, еще трицепс. Нога. Все работает в гармонии. Должно включаться, чтобы эффект получился. Посидеть L-сетапами не так уж и просто. Фух. Ну что, заключитель. Я во всех ракурсах вам стараюсь показать движение. Кто подматывает, чтобы видел под разными углами. Опять же, руки ставим где-то в середину бедра, длины бедра. Ладонь развернута по направлению стоп, чтобы легче балансировать. Можно чуть-чуть в стороны развернуть. Наваливаемся корпусом вперед. Приподнимаем таз и поднимаем ноги. Можно поразводить, но не нужно. Фух. Вот как-то так. На сегодня все. Отмываться, ехать на работу. До скорых встреч. Рад был снова с вами потренироваться. Жду вас завтра. Пока-пока.